Трагедия в Мексике. Автобус с десятками пассажиров попал в ДТП на трассе в центральной части страны. Он врезался в грузовик. Погибло не менее 16 человек. Авария произошла рано утром. Грузовик столкнулся с автобусом на трассе в Тиоакан перед мостом Калапа. Автобус следовал из Оахаки в Тиоакан, штат Пуэбла. Согласно списку пассажиров, одна группа села в Миауатлане, а другая в Ихутле. Всего в автобусе ехало 52 пассажира, 10 из них были мигрантами из Венесуэлы. У них были назначены собеседования для законного въезда в Соединенные Штаты. Один из погибших был венесуэльцем, остальные 15 – мексиканцы. Погибли 8 мужчин и 8 женщин, в том числе несовершеннолетняя девушка. «Я не знал тех семей, но мне все равно больно, потому что мы венесуэльцы, и мы все хотим лучшего будущего». 36 пассажиров получили телесные повреждения. Их доставили в больницу. Среди тех, кто продолжает оставаться на лечении, трое венесуэльцев. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Ведется следствие, и власти обещают привлечь виновных к ответственности. Предыдущая крупная авария с участием автобуса была в Мексике около 3 недель назад. В штате Найарит автобус сорвался с обрыва. Погибло 18 человек. А в июле в результате аварии в штате Оахака погибло 29 человек.